Решила вас порадовать. Ребята, добрый вечер. Что-то с логами сейчас не ладится. Они специально, то ли, не знаю, волей судьбы, то ли волей случая, то ли так вообще нужно сейчас вселенной, не выгружаются. Поэтому я тут поняла, пока формат мы будем до отъезда придерживать. Просто хруст, буду немного вам болтать. Ну, обязательно возобновлю формат с совмещенной с логами, потому что мне самой нравится его снимать. И по энергетике, которую я вкладываю, думаю, вы понимаете. Поэтому именно на них очень большое количество откликов. А сейчас у меня плитка нового скола, сердце сверху с узбечкой. Ох, приступим. Я, кстати, видите, опять решила вас порадовать. Надеюсь, вам видно панорама ночных гор, чтобы вы разделили со мной все эмоции, весь спектр эмоций от и до. О! Тут гоняют байки, спортивные машины, поэтому я на третьем этаже, чтобы вы понимали. Сердце с узбечкой классно сочетается. Мне напоминает нутеллу сверху. Лакомка как будто в роли белого батона, а глина нутелла. Ой. Так, я положила отколовшиеся кусочки сверху. Пасту уже засыла, и мне реально на форму замороженной нутеллы. До того, как я вышла к вам, нам звонили в Грецию, приглашают в Грецию у нас, поэтому, может быть, наше путешествие в этом году продолжится, но не сейчас. Я бы снова с большим удовольствием разделила бы с вами
новую поездку. К вечеру в Ялте поднимается ветер.